Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Иван. Мы продолжаем играть на сериале «Смотрим ТА». И как просто на этой горке стоит Икс, идет снежок, все белое, прям новогодняя атмосфера, можно так сказать. Сзади Димон дрифтит на своей F90, ну все как всегда. Да ты заебал! Блядь, ну так все хорошо начиналось. Бля, охуенное место. Да, я хотел здесь спрятаться. Короче, это видос сразу записывается после предыдущего, надеюсь, там хорошая активность была. Я еще так не... Это не точно. Я так себе и не придумал место. Димон сказал, что он уже себе очень злобный придумал. Ну и посмотрим. Мне кажется, я придумаю еще пожестче его. Вы присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Поехали на ЭКХ ставим. Итак, пацаны, давайте мы заезжаем на ЭКХ. Я думаю, следует просто мне поменять, потому что на ИКСу я не хочу кататься уже. Ну, как бы хочу, но не на эту серию. Надо что-то менять. А вот что-то на ЭКХ ЛС прям очень-очень-очень пусто. Давайте, в прошлой серии начинал я, теперь пусть начинает Димон. Прятайся, а я... Подожди, дай заправиться. Подожду. Да, позаправиться. А я не знаю, на чем я хочу. Погодь, дай я здесь сигарету не скажу. Сигарет. Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот... Я, короче, взял свою GT-шку, которую мне подарил еще на день рождения один подписчик. Вот, который выиграл у меня какую-нибудь тачку, я не помню такую, вроде 15, и подарил мне GT-шку. Ах, Димон пришел за сигаретами, прям будет в комнате себе курить. Just tobacco and marijuana in there. That's all it is. Ты головой ты уебался. Больно. А я со здоровый образ жизни, не курю, не пью. Ах. Ага. Чё? Не пьешь. Нифига здесь, пацана, номер ЕКХ-005-777. За 700к хочет продать, нифига. Ну типа, он нифига, нифига, но типа, он немножечко позже он будет стоить хорошо, как на CCD. Сейчас, например, ОМР-001-98 вообще бешено стоит. АМР также. Они что-то цену выставили, прям пипец. Короче. Че, иди вставай к обменнику. Чего? К обменнику иди вставай. Почему? Потому что. К обменнику? Да. Зачем? Иди вставай. Да я же просто тут буду стоять. Mm-mm. А в чем прикол? Да, что за Жигули завелись? А в чем прикол, к обменнику? Давай, иди вставай. Я тебе, конечно, это место показывал. Когда? Короче, Димон пошел прятаться, все по традиции. А я пока что... А, блин, я хотел открыть карту, посмотреть, где можно спрятаться. Ага. Короче, я сейчас зайду, короче, в Google, вобью, короче, карта GTA San Andreas и буду смотреть. Гениально! Так, ребят, Димон уже спрятался и не успел карту открыть, чтобы посмотреть. Подъезжаем к заправочке и... Эта фотка сейчас вы увидите на экране. Ну, ты мне вначале дал подсказочку, я уже врубил секундомер, что ты мне когда-то это место показывал. И я, кстати, думал в него спрятаться, но я помню, что ты мне показывал, и поэтому... Ну, не помню, где оно, да? Не, я помню, где оно, но я не хотел туда ехать, потому что ты мне его показывал. И сейчас, походу, самое быстрое просто будет за все время. Да, блин, еще посмотрим, куда заезжать. Да ну на! Бля! Все, пацаны, 35 секунд, просто! Мне хочется плакать! Просто изи, я уже думал... Зачем я тебе дал эту подсказку? Вот именно, бля. Если бы ты не давал, я вообще охренел, куда ты бы ты спрятался. Ну короче, заезжай сюда, а я поехал прятаться. Да. У тебя белая тачка или синяя? Это у меня белая. Синяя. Она у меня белая. Нет. Бля, ебать ты народу на аэродросте. Короче, я поехал прятаться, ты нажимай. Все, я ход выключу. Уезжай и все, давай. Все, теперь я точно выиграю. Я уеду просто во ЛВ, какую-то жопу, чтобы ты меня за 30 секунд не нашел. Real talk, think about this, man. Think about it, man. Так если я тебя найду, будет ничья. Ну типа, кто быстрее? Не, кто быстрее, это хуйня. Знаешь, я тебя тоже нашел?
Ну ты нашел после того, как 10 минут прошло, Лёх. Да не 10, там было 9 с чем-то. Не идёт. Ты тогда все равно проиграл. Короче, давайте я уже спрятаюсь и продолжу. Я спрятался, все забыл. Ну короче, если ты так решил по темных местах поездить, то я тоже поезжу. По темным местам? Нихуя, ты подсказки даешь? Я сейчас расплачусь! Ну. У меня подожди, что ты телефон зав. Короче, я пока выехал в ЛВ. А почему ЛВ? Носите запудрил. Да? Как ты на ёбчик, сука. Ебать. Подожди, я секундомер еще не встал. Ты где сейчас едешь? Пока. Ты посмотри. Да я не знаю где. КПП? Какое? ЛВЛС? Да. Офигенно, ты от того места уехал, эти минуты допрессую. Ты охуел? Оп, чирик. У меня телефон сел. Так что с другой фотки не будет, сори. Да, это жестко. О, мне, я не подстрекательный, у меня сотка на руках. Откуда? Ты коробку брал? Да нет, я уже коробку поставил. У меня, походу, еще предыдущие подписчики, которые были на Хуракане. Может, я вставлю этот сейчас кусочек видоса. Еще, походу, это 100к накинули. Ну, спасибо. А я что-то не видел. Во, телефон рубился. Я надеюсь, секундомер не вырубился. Прикол, не вырубился. Айфон, блин, так Android никогда не сможет. Минута 40 прошла. Я так понимаю, ты где, на трассе? Сука, где ты? Ты на трассе? Не знаю. Или на бургере? Да где ты, скажи, забыл? Я недалеко. Чё? Я вон, да. Ну где? Я просто вижу черный маркер, дальнобойщики, едет по главной трассе, едет где-то. А, возле казино едет, еще там ездит. А ты где? Алло. Ну, я тут. Тук-тук. Асылбек Рамазанов. Мне только что комментарий написал, тебе привет большой. Ты попал в видос. Я так понял, Димон на ИКХ поехал, да? Тук-тук, сердечко. Извини, что без стука. Да? А? Возле ИКХ только что проехал? Или нет? Бля, где такое темное место? Или где, блин? Я далеко. Скажи, блин, черный ник поставил тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. С темными цветами голова, ты понимаешь? Блядь, где ты, чел? Ты едешь или стоишь? Я езжу. Едешь? Ну и где? Добрый вечер. 3 минуты. Мог бы фары хотя бы выключить. А что, спалил по фарах? Да. Бля, я так видел, понял? Я говорю, первый раз проезжал, еще спалил. Да? Да. Я просто... Блядь, ты мог просто... Я видел, что ты приехал, я так еще думал. Я просто приехал и вижу, ты так стоишь, я буду думаю, угорай, если ты просто проедешь. А ну заедь в угол и включи фары, что это? О, пацаны, как раз еще предыдущийся. Бля, верили. Давай теперь стишь нас ищет. Чё? Стишь. Это была темная серия, можно так сказать. Мы прятались по темных местах. Ставьте лайк, если спокойно. Да. Ну, вообще, мы просто пришли к своим бывшим Косте. Там просто очень глубоко и очень много тепло. Паутины. Много паутины. Ладно. Неплохо. Да нет, паутины там немного. Да? Точно? Да. Ты проверял? А? Ты проверил? Другие уже проверили. Ногой. Да. Потому что все думали, что... Бля, чё тут японцев как говна? Первый, да. Ну, кстати, да. Скай чёткий. Это кто? Лексау. О, впервые вижу такой игрок. А ну, Скай супер. Он у меня белый. Он меня такой на виниле.
Короче, пацаны, ставьте лайкос, если вам понравился данный видос, пишите комментос. С вами был Эвенос и Талибос. С вами... Удачус. Бля, какое офигенное место. Просто следующее место вот тебе напротив этой стенки зафотаться. И все. Короче, да. Пока. До свидания.